Бледная смола, бледная, слегка мерцающая смола. Нанесите ее на оружие в правой руке, и оно некоторое время будет наносить магический урон. Мне кажется, в предыдущих версиях такой смолы не было. На чем я тут, собственно, зависла-то? На боссе? И я вот не знаю, но у меня есть такое, мне кажется, прям большое желание начать не с него, а еще с попыток прибить всех, кто там вокруг него. Но... Ай. Потому что вот сейчас я начну, и вот будет вот так вот. Ну вот, собственно, пока для тренировки-то я тут это самое сейчас разбираюсь со всем этим делом. И первую попытку с боссом однозначно я пропущу. Ну, то есть у меня не получится с первого раза, я уверена. Хотя, кто знает. Опять я намухлевала со звуком, так что, если что, не обессудьте. Хотя вроде бы попробовала несколько раз. Появились какие-то новые настройки в программе. Новый источник звука мне показали. И пришлось его убрать, потому что он не работает. Ай! А можно мне от вас куда-нибудь вон туда сразу уйти? Ай, ай, блин. Короче. Первый блин комом у меня всегда. Ну да ладно, все равно тут душ только там остались у босса. Капюшон молитвы. Капюшон принца Лотрика. Я смотрю, тут прям все-все-все вплотную про Лотрика. Мне кажется, я в прошлые разы не обращала внимания особо на... Вот это все. И опять я лифт себе не отправила. Давай ты поднимешься вот куда-то сюда. Ты же все равно на меня отсюда не прыгнешь. Во, хорошо побежала. А я тут пока пройду. Смотрите, какой классный план я придумала. Пока он там еще спустится, даже лифт, наверное, успеет доехать. О, кстати. Так, еще тут поступило предложение в шахту лифта спуститься. Там же бывают всякие приколюхи внизу. Но для этого как раз-таки лифт надо отправить наверх. И туда вон сигануть. Но мне кажется, там высоковато. Я сейчас посмотрю, конечно. Гляну, что там, к чему. Но мне кажется, я разобьюсь. Ничего там нет. Вон она пустая, я уверена. Не буду я этого делать. Так, иди сюда. Все-таки огребла я от него. Здесь хочу прям побыстрее, 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 побыстрее. Так, ноль. Ну и вот на этих вот... Ай, блин. Не хочется на них тратить ни время, ни силы, но они же тут вот... Понимаешь, что делают? Сидят вот тут всякие еще. Вот так вот, 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 и бегом сюда. Мне кажется, геймпад сегодня не видно у меня. Я не знаю, надо ли оно или нет, но мне кажется, для полноты картинки... Тогда я дальше отодвигаюсь. Так, в общем... Ай, и сразу с порога я схватила обморожение. Блин, это было зря. Ох, это было зря.
Ох ты, ничего себе, все-таки я огребла от него. Ай, ну все, конец. Конец мне пришел. Ай, проверила я, что можно все-таки подойти к нему сзади, когда он начинает дышать своим холодом. Кирка, инструмент шахтера, не предназначена для боя. Учтем, будем иметь в виду. Ох, адреналинчик сразу подскочил такой. Вот вроде бы игра игрой, а я прям как-то так очень реагирую. Давай, побеги опять наверх. Вон туда. Ты же мне на голову хочешь прыгнуть, правильно? Вот фиг тебе. Я уеду быстрее, чем ты это сделаешь. Наверное, все-таки про прыжок в шахту лифта это был сарказм. Потому что здесь довольно глубоко, и я не вижу ничего внизу, чтобы мне могло бы напомнить какой-то выход или что-то такое. Так, ты за мной бежишь или нет? Да, давай. Раз, два. Очень быстро и побежали. Прям бегом, 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 пока эти все не очнулись. Так, мимо арбалетчика очень быстро. И отлично. Сюда, сюда. Сейчас на голову-то он мне спрыгнет. Так, паломники, паломники, паломники. Так, наверняка там еще рядом с паломниками что-нибудь добыло, потому что, мне кажется, я в ту сторону тоже не ходила еще. На, это опять с порога. Ай. Давай я тебя еще вот так вот обморожение. Ага. 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 А может мы отойдем и обморожение закончится? Оу. Воу, воу, воу. Так. Ай, промахнулась. Еще раз промахнулась. Блин. Ага, все понятно. Ну, что-то я слишком резво начинаю, а потом сдуваюсь быстро. Надо как-то это все равномернее. Пламенеющий молот горгульи. Каменный молот-факел, принадлежащий горгульи из оскверненной. Что-то там. Слушайте, какие-то новенькие пошли описания. Мне кажется, еще такие мне не попадались в прошлый раз. Ой, 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 ты откуда здесь? Чудо, юдо, рыба, кит. Но нате, 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 вы че все? Свались отсюда. Серьезно? Вот такая смерть меня ждет сейчас. Глупее некуда. Флягу потратила, все потратила. Короче, это дело гиблое, а не попытка. И арбалетчик бах. Болт мне в спину. Вот сюда. Сюда. И все они за мной несутся, сломя голову просто. Давай быстрее. Так. Ну что поделать, пришлось мне, пришлось. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Давай.
Так, все, что ли, уже до половины дошло? Да, слушайте, сзади него вроде довольно безопасно в этот момент. Ой, как-то медленно перекат прошел очень. Слушайте, чуть-чуть осталось. Давай, давай, руби его. Давай. Еее. Ой, это было. Мне понравилось. Душаворт-то я ее получила из холодной долины. Окей. О, и костер прямо здесь, ясно. О, и жизни мне тут поприбавили. Так, ну что мне, сходить обратно, глянуть, что там к чему, или уже идти вперед? Ох, там что-то светится. Какая-то надпись. Так, 3000 душ. В общем, я сейчас аккуратно прочитаю и пойду души тратить, пока не забыла. Подойдите к краю скалы и поднимите флаг. А, да, мне же флаг дали. Погодите с флагом своим. Надо куда-то записать, что надо поднять флаг. А пока я хочу сделать вот что. Так, вот так. Короче, я сейчас тестировала звук на второй своей вот тут учетке. И, в общем, ради интереса я проверяла голос, потому что в прошлый раз прям очень тихо голос был у героев. И, в общем, я проверяла голос, и вот возникло, не знаю почему, с утра такое дикое желание убить вот эту даму. И что вы думаете, что вы думаете? Ну, она исчезла, конечно, на какое-то время, а потом сказала, ну, я вернулась второй раз сюда, и она такая, знаете, мне жаль, но я не могу умереть. Разве ты не знаешь? И я такая, блин, вот разочарование. Добро пожаловать домой. Чего ты желаешь? Надеюсь, сейчас по звуку голоса прям должно быть хорошо. Я желаю повысить уровень. Давай посмотрим, что нужно делать. Я, правда, не уверена, что именно я должна тут улучшать, но я так понимаю, чтобы я могла... ну вот не знаю, вот это мне много всего дает или нет. А вот это... Угу. А если мы... Ага, мне так не хватает, да? Ну, просто вот какой-то дисбаланс прям тут идет. Но, наверное, так и надо, так и надо. Так, это точно нет. Что именно качать, я так и не разобралась. Так, ну, это пока мне тоже хватает. Давайте, наверное, на этот раз силу еще разочек. Потому что... Мне кажется, мне ее бывает не хватает. Что-то, может, нового расскажешь? Душ. Нет. Нет. Нет, ничего прощай. Не сказала. Так, у бабки я там фигню какую-то купила, ненужную в тот черт. Раз. А что мы можем... О, слушайте, там было, короче, была опция продать. Что я могу ей продать? Что я могу ей продать? Вот это обратно мы продадим? Да, 100 не густо. Бабка-то хитрая. Так, ну и, наверное, вот это я могу сразу смело продать. И вот алебарда. Ну, сомнительно, что я буду использовать ее. Давайте, что ли, продадим алебарду. Нет, пока оставлю, ладно. Вот это еще. Так. О, смотрите-ка. Секира можно попробовать. Все, пока у меня хватает, что ли. Да. Да-да-да. Да-да-да. А, вот колокольчики давайте попродаем. Вот они мне точно не пригодятся. Так, ну это с меня одежа.
Что тут у нас есть? Доспех дезертира. Ага, доспех убийцы, доспех дезертира. А еще вот я думаю, что мне надо переодеться. Пепел, не забудь принести. А, так купить-то, погоди. Купить-то я ничего не купила, да? Да, погоди. Сейчас, может, что-то я еще тут посмотрю, что у тебя есть. Дротик Фаррона, чары. Вот это может быть. Купить. Версия стрелы души, созданная чародеями легиона нежити Фаррона. Выстреливает дротиком души. Самое известное заклинание чародеев из Фаррона. Оно очень просто в применении и изучается повсеместно. Так, а стрела вот такая, да? А ну-ка глянем, как это работает. Теперь-то, наверное, я то купила, что надо. Мох, значит, замедляет накопление яда и лечит отравление. Да вроде пока никого ядовитого я тут не встречала. До ключа мне еще пока далеко. У нее есть тут еще какие-то вот щиты. Обычный круглый деревянный щит. Двойной топор нарисован на нем. Так, я, мне кажется, уже считала владение оружием. Возьмите в левую руку, чтобы применить навык. Так, а что у него по характеристикам, интересно? Физическая. Так. Да ты что, не двигаешься-то? Большой кожный щит. Нет, короче, пока больше ничего не буду покупать. Пепел, не забудь. Принести. Не забуду. Так, а ну, собственно, вот дойти надо еще до дядьки. А, как отрадно, что я могу. Что ты можешь, ага. Починить. А чё тут у меня починки-то никакой нету, не пойму. Странно. Так, наверное, не требуется починка. Так. Хочу я вот так сделать. Осколка-то у меня больше нету, да? Так, ну осторожно, и там. Пока, наверное, все на этом. Так, а еще 900 душ у меня осталось. Так, вот хотела я обратно надеть свою куртку убийцы. И еще я хотела, зачем выключила, непонятно. Вот, что я хотела. Немножко добавить, а мне, наверное, не хватит, да? Двойная... Душа, найденная среди забытых останков. Тут пишет, сколько она мне даст, нет? 50, наверное, да? Наверное, все равно не хватит. Так, ладно, короче, пока не буду тогда тратить. Жалко, конечно, мне кажется, потому что я сейчас их потеряю. Так, у костра присели. Выучить заклинание. Давай, что ли, выучим? Чё? Вот так, да? О, смотри-ка. Так, отправиться. Ну, давайте обратно сюда, к ворту. И все-таки я хочу пройтись по тем, которые там вот рядом-то были. Аккуратненько сейчас как-нибудь попробую сначала разобраться с рыцарями, и потом уже все остальное. Про болты, мне кажется, я уже все знаю. Так, ну и вот, собственно, нет... Да, вот эту палку. О, давайте еще, короче, лишний щит я отсюда уберу. Он мешается. Просто капец. Вот сюда поставлю эту свою. Посох чародея. Посох для чар. Обычный катализатор чародеев. Возьмите катализатор, чтобы использовать чары. Перед использованием чара необходимо выучить у костра. Так, и вот, значит, сейчас я хочу попробовать. Ой, вот это ты зачем делаешь? Во, еще вот это надо убрать лишнее тоже. Вот. Все, пока так. Так, сейчас. Сейчас мы узнаем, как это работает. Так. Никак не работает, да? Ага. Надо ждать, когда он откроется, получается. Вот еще и
Арбалетчика мне тут не хватало. Ладно, давай пока без чаров. Дротик он такой слабенький, я так понимаю, да? На! Вот так вот я могу, прикинь. Бах! И вот так вот. Так, ты там, это самое, бросай вот это вот дело, завязывай вообще. Тебя тут вообще быть не должно. Так, ну и вниз вон туда я не сходила. Вот сюда в закуток. Может, что есть? Ничего нет. Ладно, что поделать. Паломники напрочь мертвые. Жаль. Так, флаг мне выдали. Вот это нижняя площадка. Сидят тут. Что-то охраняют. Ничего не охраняют. Уголь мне дали. Смотрите, как у меня... О, кстати, вот сейчас пока у меня большая эта жизнь, может быть, мне имеет смысл. Вот так себе, да? Ага, ясно. Дротик, он и в Африке дротик. Но мне хотелось прям попробовать. Ой. Ага. Так, это все та же площадка. Идем дальше. Идем дальше. На грудь надо принять. Так, здесь на меня никто не выпрыгнет вот с этой стороны. Надеюсь, что нет. Так, ну ты чё? Вот это надо еще принять. Опа, вовремя. Промахнулась, что ли? Ага, в тот раз, значит, промахнулась. Успела. А вот сейчас могу не успеть. Нет, успела. Да. Ага, ага, ага. Так, там еще один остался или все с этой стороны? Наверх я ходила. Так, ну и вот теперь к тому чуваку, который, значит, это самое. С красными-то глазами. Теперь-то, наверное, мне удастся его победить, нет? Давай попробуем. Ой, 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 какой резкий. Угу. Главное в угол себя не загонять. Эх ты. Вот он там что-то тоже придумал. О-о-о-о-о-о-о. Отойди. Так. Офигеть. Да отойди ты с этой лестницы дурацкой. Сейчас же приделают тебя. А, тебя и так приделают. Угу. Ой, какой-то он прямо монстр-монстр. Своим ремеслом воры занимаются только на высокой стене, ибо... Не успела дочитать, что там ибо. Зря, наверное, я флягу перераспределила. Пойти обратно, что ли, перераспределить. И я потеряла уголь. Сделать, что ли, еще раз?
Нет, не это. Вот этот вот, да? Использовать. Вот так. Уголь восстановлен. Да что ж ты мажешь-то? Слушайте, ну арбалетчик-то почему опять здесь? Какого ж рожна ты опять тут? Когда ты успел сюда спуститься? Штаны дезертира. Ёк-макарёк. Очень много закутков, в которых пустота. И... Сейчас ко мне и второй прибежит, да? Он меня уже увидел. Ага. Шикарно, чё? Так, от второго избавились. Да, блин. Ага, класс. Ну что вы... Вот смысл, и смысл вот, и смысл какой. Сейчас я опять к тому приду пустая. Короче, дело ясное, что дело темное. А сюда ты за мной не пойдешь, да? Ну и отлично. Я ж могу вот так сделать, уголь пропадет от этого, нет? Вроде нет. Нормальный план. Так, 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 так. О, слушайте, хотела же я попробовать эту самую, ща. Успею, нет? Успею, нет, вот эту штучку. А ну-ка. Чё она там рубит? Бах! Ух ты, какой странный этот самый. Ага. Надо почитать, что у него там в навыках. О, первый раз вижу, чтобы такие пили флягу. Так, а если мы ее в две руки возьмем? Так. Оп. Ну, какая-то такая не очень, да, штучка. Какой-то у нее там вот еще вот этот значок. Но к нему, наверное, какая-то опция должна быть. Давайте-ка сделаем, как было. Так, арбалетчик. Твой черед пришел. Далее следуем. Лыцарь номер раз.
И сразу подальше от него отойти, чтобы второй-то не прибег все-таки. В общем, не судьба мне, видимо, их победить. Во. Ага, вот бы сейчас присесть и флягу бы пополнить. Но они же обратно вылезут, вот незадача. Вот этот с копьем, он вроде попроще. Что-то кругами ходит. Ага, попроще. Да, отойди от него. Не, ну к тому с таким набором, конечно, вообще бесполезно бежать. Давай еще раз, пока не угрохали тебя. Драпай. Я смотрю, они в эту зону вообще не идут. Может попробовать начать с того большого, который там кругами ходит. Все-таки мне не хочется идти дальше, пока они все тут. У меня еще там... О, может к ящерке пока сходить, а? Ну-ка. Чем черт не шутит? Не знаю, правда, чего я к ней пристала. Но все же, огненная сфера, традиционная для пиромантов манипуляция с пламенем. Заклинание выпускает гигантскую сферу. Наверное. Последнее слово я не видела. Здесь же они должны быть прям простецкие. Я ж вот так научилась делать. Все равно огребла. Не сильно, конечно, но да. Давай глянем, что там. А видели, я в воде бежала, и у меня энергия вот эта зелененькая не расходовалась. Почему так? Или мне показалось? Так. Ай. Лишь бы она меня не убила. Ну, почти. О, титанитовая чешуя. Вот что. А ну-ка, что за чешуя? Титанитовая чешуя. Где ты? Во.
укрепить оружие из душ до плюс 4. Измененный душами титанит. Даже что-то написано, какие-то руны. Укрепляет оружие, созданное транспозицией до плюс 4. Оружие, созданное транспозицией души, можно укрепить только особым титанитом. Изредка кристальные ящерицы поглощают души, вырастают до огромных размеров, и на их телах появляется такая чешуя. А, вот почему она такая большая, эта ящерка. Ну все, теперь понятно. Теперь все ясно. Душа путешественника. Что-то еще интересное тут есть? Вроде больше ничего. Так. Пешочком до костра. Надеюсь, меня никто не прибьет. Это было бы смешно. И... теперь тот, который ходит по кругу. Давайте его еще попробуем одолеть. У меня вроде нету ОКР, но почему-то я не люблю вот оставлять всяких таких. Хотя я иногда просто пропускаю очень много. Но это не специально. А когда вот так... Так, туда к нему поднимемся мы отсюда. Снять арбалетчика, двух внизу. Копье. Предназначено для колющих ударов. Наносит огромный урон, если правильно рассчитать момент и атаковать противника в конце размаха. Дробитель щитов тоже навык. Копье мне попадалось? Еще нет. Наверное, если долго и упорно тыкать вон тех вон людей, копье с них упадет когда-нибудь. Давай с тебя начнем. Что? Бот мне в спину опять прилетел. Так, здесь я хочу аккуратно туда подняться, чтобы он меня не заметил. Не заметит же, не заметит? Да вроде не заметил. А, и здесь еще один арбалетчик. А, слушайте, так там свой был, оказывается. Вон оно что, Михалыч. Да ты опять забыла, что ли? Давай, вот так. Молодец. Молодец, молодец. Ну что, одолеем вот этого товарища как-нибудь. Он же вроде довольно-таки... Так. Ох, 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 сколько раз-то досталось-то. Лишь бы не помереть, лишь бы не помереть, лишь бы не помереть. Уголь надо экономить. Я не знаю, что это было. Ай. Ага, какие-то бьют, значит, эти лучи смерти. Вот он меня тут зажал, конечно. Ай, ай, ай. Все, хана мне, кажись. Ай, обидно. Вот еще тут проснулся. Главное с арены с этой не падать, наверное. Было бы неплохо. Мгновенный пот. Это что-то новенькое. Так, ну и вроде у меня тут был еще уголек-то. Как бы для другого-то он, наверное, не нужен. Вот для этого. Как человечность в предыдущих частях. Главное вот тут вот. Сейчас вот, чтобы не потратить лишнего.
Да блин. Так, там еще один арбалетчик. Здесь надо аккуратненько. Мимо рыцарей. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Так, идем к арбалетчику. Там сзади еще один выскочил. Да что ж ты делаешь-то? Ну, как-то так. Ну и пошли пробовать еще раз вот этого вот. Слушай, а он там внизу застрял. Что ли? Нет, не застрял. Умеет подниматься по лесенке, ладно. Слушай, ну почти все, давай. Молодец. Вот так вот. Что за него дали? Ничего не дали? Вы серьезно? Разочарование века. Просто вообще. Или я слепая? Нет, ничего не дали. Исчез просто и все. Ладно, пойду хоть душ подберу. О, слушайте, 5000. А, наверное, за него дали много душ, да? Вот еще бы вот этот вот предмет вот собрать. Который на крыше там, которого я не полезла собирать. Там же сейчас никого нет. Давай попробуем. Это я сама себя уговариваю. Говорю, давай попробуем. Здесь надо, короче, вот так сделать. Надо разбежаться и прыгнуть. Да, и помимо свалиться. Надо бы кастануть еще, наверное, да, этот самый себе от падения. Так, от падения, значит. Вот это делаем. Побежали. Нет? С крыши, что ли, надо? Ладно, давай попробуем с крышки. С полукрышка там, с деревянного вот с этого. Так. Будет смешно, если я сейчас тут разобьюсь. Вот отсюда, что ли? Или просто надо прямо бежать? Может, откуда-то вон оттуда надо? А как туда попасть? Наверх, не знаю. Отсюда вряд ли я. Да. Вообще не мудрено, что я шлепнулась. Попробовать прямо там бежать. Прямо. Что там, у кого подгорает от моих прыжков? Терпите. Вот так сейчас попробую. О, е. Кольцо жертвенности. Ага. А ну-ка, что за колечко? При смерти ничего не пропадает, но кольцо ломается. Таинственное кольцо, созданное во время жертвенного обряда в честь Велки, богини греха. Обладатель кольца ничего не потеряет после смерти. Оно само сломается. Жертва оправдана, если она спасает жизнь. Угу. Пока не буду его надевать. Кстати, пальцев в этот раз много дали. Для кольца. Для колец. Чё у меня там?
не хватает. Давай. Все-таки не хочется мне сейчас, чтобы они тут все возродились. Но все равно, наверное, придется. По крайней мере, я хочу эти 5000 в дело применить. И для этого я вот тут, пожалуй, спущусь, чтобы меня не увидели. Ай, 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 ай. Супер! Очередная нелепая смерть. Вы рады? Я рада. Пошли за душами, чё? Наверху, да? Угу. Супер. Давай потихоньку, полегоньку. Рыцарь тут начал движение. Тут туру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру. Интересно, этот большой возродился, нет? Вот они, мои 5000. Ага. Вот же говно. Ой, простите. Так, мне надо к костерку обратно. Я... Блин, опять что ли прыгнуть? Нет, там эти еще два сидят. Ага, вот эти. Давайте, если я быстро побегу, они, наверное, не успеют меня догнать. Сюда они, в принципе, не заходят, так что... Надеюсь, я успею добежать. И присядем. Отправиться. Давай, вот сюда. 5000, трать их с умом. Добро. Очень хорошо. Так, позволь. Тогда вот я начну с этого. Так, ну что еще? Давайте еще вот это что ли сделаем. И что еще? Чё ещё? Ещё ловкость? Да куча. Давай, короче, не знаю. Я не знаю, как тут правильно все это компоновать. Так, сколько у меня тут осталось? 1000, ага. Блин, чуть-чуть-то не хватает. Сейчас бы я бы у нее стрелу души еще бы купила, наверное. А вот сейчас, наверное, и хватит. Ну-ка. Такс. Давай, бабуля. Купить. Давайте, чё. Её попробуем. Пепел, не забудь. Не забуду, не забуду. Как это учить? Давай еще посмотрим. Так, отдохнуть. Надо выучить. И вместо вот этого давайте выучим. Слушай, у меня только две ячейки, да? Но я так понимаю, должно быть... Их потом побольше можно бы как-нибудь сделать. Это, наверное, надо увеличивать ученость. В следующий раз посмотрю. И, ну и это с красными глазами, раз уж сегодня дальше я не иду. Потому что уже по времени. Дальше, в принципе, смысла нет идти исследовать новый мир. Попробовать все-таки убить вот этого с красными глазами. Может, хоть за него что-нибудь дадут такое прям... осязаемое, ощутимое. Ну и использовать после или до? До или после? А, я же хотела еще обратно поменять
Распределение, да, давай еще, короче, сходим. Туда-сюда, туда-сюда, я прошу прощения за очередные вот эти вот мои скачки туда-обратно, потому что я забываю, что надо сделать, и наручни Морна, черный наручни из тех, что носят каримские рыцари, они выполнены из уникального минерала. Где ты, мой дорогой кузнец? Как там его, Андре? Что я могу? Что ты можешь? Давай-ка вот обратно-ка мы сделаем вот так. Благодарю. Осторожно там. Да я и так осторожно. Куда уж осторожнее. То с крыши упаду. То с крыши упаду. Ворда-то. Ворда-то. Кольцо убийцы рыцарей. Кольцо варвара Цорига, более известного как убийца рыцарей. Враги тратят больше выносливости, блокируя атаки. Когда-то давно Цорик вступил в кровавую схватку с защитниками. Все, вот уже и компьютер мне говорит, что пора завязывать, потому как... Так. Использую. Вот. И поехали. Потому как долго стало загружаться. Давай вот с тебя начнем. Да, зашибись, ты это все сделала. Да как так-то? Стоит же вот эта самая точка, прицел. В чем проблема? Так, ну и ты тут, где сидишь. Без потерь практически, надо же. Рыцарь. О, опробуем, опробуем на нем. Зачем ты это вот меняешь? Ага, конечно. Ага, и он щитом от него защищается. Не густо. Верните мне щит, пожалуйста. Смотрите, я его тут прижала, и он затупил прям напрочь. О, уголек дали лишний. Класс. Так, вот так сделаю. Второго пошли. Слушай, может второго тоже сюда заманить, прижать его внутрь? Он не заходит, у него прям какая-то строгая директива на этот счет. Так, ну и пульнуть в тебя, что ли, вот этим вот. Пока ты спиной. Да отойди ты, отойди. Вот так вот. Больше читерства. Смотри-ка, этот зашел. Нет, не заходит тоже. Ага. О, и уголь, и осколок титанита с него дали.
Сколько же раз их надо убить, чтобы начали вот эти плюшки вываливаться? Ну и опять я полупустая иду на этого с глазами. Наверное, сейчас он меня просто пришибет, и все. У него еще там какие-то, какая-то магия. Так, попробовать, что ли, по-быстрому его вот так сделать. Вот он тоже там что-то наколдовал тут же. Так. Ага. Ага. Опять он там. Колдуй баба, колдуй дед. Колдуй серенький медведь. Так, так, это он? У него какая-то смола или что? А у меня больше нету. Ах ты ж, паразит! С одного удара убил. Ну вообще, просто я столько до тебя шла. Тесак демона ворона, кинжал гонимых, последовавших за рассказчиками и еретиками. Довольно большой кинжал с мощной атакой. Уже читала я это, я уверена. Ну, раз уж мне дали еще уголька за этих товарищей, что ж, используем. Используем. Ну, и как-то до них дойти, так это самое, более до него, точнее. Экологично, как сейчас модно говорить. Вот так. Так, хорошо. Давай теперь ты. Арбалетчик там высунулся. Ай. На. О. Так, где тут? Так, ну это все было уже обыденно, хорошо. Хоть тут не затупило. Да, 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 а вот с этим сейчас начнутся проблемы. Главное отойти, чтобы второй-то не пришел. Давай еще пониже спустимся. Да-да-да-да-да. Вот так. Я их подловила. Нашла лазейку, как всегда. Ну как, у меня никак иначе не получается. Только вот всякие искать ходы, выходы. Но это ж не запрещено, правильно. Давай отойдем, что-то близко подошли. Уже жизни там это самое. Вот еще тут эти под ногами бултыхаются. Иди сюда, иди.
Так, ну и все, побежали к тому последнему. Может, все-таки как-то я его смогу одолеть уже. И на этом тогда будем завершать. Но, наверное, даже если я сейчас его не одолею, все равно уже буду закругляться, потому что время у меня уже истекло на сегодня. Это так, чисто выманить его. Быстрый он, капец. Давай, как далеко ты за мной побежишь? Ага, то же самое. Спровоцировать. Отойти. О, читерство до конца уж чё. Ага, дальше не лезешь. Бедненький, как мне тебя жаль. Жалко, что у меня заканчивается там уже вот. Ну ладно, хотя бы так. Оп. А дальше ты не можешь. Смешно, что я... Ну, никто, кроме меня, не мог больше придумать такой способ, только я. Все. Ну и что же дадут нам за него? О, изысканный самоцвет. Ну-ну-ну, глянем. Изысканный самоцвет. Где ты? Закалить оружие, сделав его изысканным. Самоцвет из закаленного титанита. С его помощью ковали оружие рыцарей Лотрика. Используется для изготовления изысканного оружия. Закаленным оружием трудно управляться. Его мощь зависит от силы и ловкости владельца. Значит, качаем силу и ловкость, если хотим использовать закаленное оружие. И где-то запиши это на подкорку, чтобы не забыть. Хотя, возможно, мне такое и не понадобится. Ну и раз уж я тут зачистила, я хочу туда сходить, где он стоял. Может, там какая есть лестница наверх, потому что я там не была вот в той башне, где лифт, собственно. Может, там еще что есть, а я не знаю. Хотя, возможно, туда я бы вернулась уже после. Что мне кажется, что здесь нет никаких потайных проходов. Так, ну еще, может быть, вон там наверху галерея где-то. Нет, да, туда я. Туда я лишь разве что с какой-то крыши бы попала. Но выхода там нет. Сюда, на этот балкончик же я никак не смогу отсюда попасть, это точно. Ай, ну что ж, на этом будем, наверное, прощаться. Вот интересно. Со стоком мне продолжать ходить или какое-то другое оружие еще попробовать. Но. Вот эта штука мне не нужна точно совершенно. Палаш. Попробовать палаш, как он себя ведет. Чисто. Оба. Ну, ничего такого, собственно. Ладно, пускай пока постоит. Ну, и 2400. Я сейчас еще раз тогда попробую отправиться. Вот сюда. И хочу там посмотреть насчет увеличения ячеек. Наверное, мне все равно не хватит, но раз уж мы будем совершать сейчас все равно, тогда посмотрю вот этот момент. Так, и привет. Добрый снова вечер. Мы сегодня здесь. Очень хорошо. Давай. Так, вот значит, вот это вот, которое интеллект,
Вот она, что она мне дает? Ячейки заклинания 2. Слушай, ну нет, нет, возможно, после какого-то порога она... ячейки магии, вера, ну, удача, наверное, точно нет. Слушайте, какая-то справка вот еще есть, а как ее вызвать, эту справку? Какую кнопку надо нажать? Ну-ка, пояснение. Во! Прикинь, чё? Характеристика, влияющая на поиск предметов, улучшает та-та-та-та-та. Характеристика для использования чар пиромантии. Увеличивает силу заклинания и воздействует тоже вера и интерес. Возможно, ну, стрелка же есть возле количества ячеек, значит, должно в какой-то момент, да? Так, это что у нас было? Это вера. Интеллект. Характеристика для использования чар тоже. Значит, вера и интеллект. Сопротивляемость магии зависит от этой характеристики. Ловкость. Характеристика необходима, чтобы использовать особое оружие. Также повышает силу атаки. Вот что мне нужно было читать в предыдущие разы. Мощное и тяжелое оружие, определяющих физическую защиту и вес снаряжения. Стойкость. Выносливость. Так, это понятно. Ученость, определяющая... О, вот где. Ага, вот где. Ученость нам нужна, чтобы повысить ячейки магии. Ага. Но пока не повышаются они. Давайте, наверное, прокачаем на всякий случай интеллект до кучи. Пусть будет. Ай. Не ругайте сильно. Прощай, пепел. И... прощай, пепел. Пламя твой путь. Да, светит пламя мой путь. И ваш.